и сегодня провести этот вечер вместе с нами. Вас приглашают творческие коллективы и солисты Ташринского района. Мы надеемся, что сегодня ваши лучезарные улыбки послужат для нас источником вдохновения и радости. А нескончаемые бурные аплодисменты станут эмоциональным камертоном нашего сегодняшнего вечера. Итак, мы начинаем. Встречайте, солист Ташлинского районного дома культуры Андрей Григорчук. Дорогие друзья, хотелось бы начать с песни местного нашего автора Виктора Батиженко. Она так и называется «Оренбуржье». Так что, дорогие земляки, для вас, для всех подарок от нас. Оренбуржье, жемчужина степная, родились мы на твоей земле. Где бы ни были, всегда мы вспоминаем запах хлеба, песню в тишине. Оренбуржье, размах твоих просторов удивляет земляков гостей. Сотни лет рисуют древние узоры на твоих курганах волны ковлей. У каждого свой край родной, и каждый год своей землей. А я люблю, как мать родную степную. Расцветай, моя родная сторона, прославляй Россию, укрепляй в ней силу. Оренбуржье, родина моя, у каждого свой край родной, и каждый год своей землей. А я люблю, как мать родную степную Неву, вековую каждого свой край родной, и каждый год своей землей. А я люблю, как мать родную степную Неву, вековую. Субтитры сделал DimaTorzok.